Въезд в парк запрещен. Здесь можно только ходить, кататься на велосипедах, скейтборды и тому подобное. Детские площадки, спортивные площадки не заставляют себя ждать, они сразу же у нас на виду. Есть все. Пожалуйста. На любой вкус. Но начинается с бесплатных туалетов. Чисто, открыто, доступно. Тигра побежала. Побежала тигра. Шалом! Это технический персонал парка, который следит за порядком, который следит за его техническим состоянием. И как мы видим, разностное население занимается спортом. Продвинемся в основную часть этого парка, в основную его достопримечательность, которая ни много ни мало является водным парком, спортивным водным парком для катания на лыжах. Майня ним хавер матем бонимся. Матем бонимкан. А, шталат. А шталат и цим? Яфе. А вода яфа. Майня ним. Шалом хевр. Коля кавод лахем. Ты мусим это медина яфе фиюша. А вода каша, вал. Тоца мадима. Йом тов лахем. Тода раба. Бабе. Ну, вот мы и в парке. Мы видели, как озеленяют ребята наши достопримечательности. И вот этот искусственный парк, в котором можно действительно наслаждаться и наблюдая за спортсменами, которые тренируются, и также просто, как в пикниковой зоне, находиться, отдыхать, лежать, успокаивать свои нервы тишиной. Побуду я немного зрителем, так как я приехал сам и снимать меня некому в данный момент. Посмотрим на то, как занимаются спортом в Израиле. Йоху! Простенько, но со вкусом. Но что такое? Ну куда это годится? Мама дорогая. И вот уже мы видим, что только одна веревка финиширует. Это неплохо. Спортсмен, наверное, не утонул. Но что такое? Вы что сюда пришли? Бабочек ловить? Вот. Какой-то резвый. Давай, посмотрим. Что ты как мешок? Давай. Ты что, в подарок получил проезд? Нормально. То, что требовалось доказать. Мы видим упавшего спортсмена, который возвращается. Коля, кого? Ба-ба-ба, нахон! Любая. Ну что это за фигурное катание? Давай, стоять, молодец, умничка. Мы сейчас увидим, как один из участников будет стартовать. И позже подойдем к этой площадке, где они все находятся. Это аттракцион спортивный, на котором любой человек может прийти, заплатить немножко денежек и что? Повытворять то же самое. Ну, по крайней мере, если не повытворять, то как минимум попробовать себя. Я пробовал, я вам скажу честно. 3 дня руки болели, ребра отбил, живот отбил. Но вот ты какой! Ну ничего, хорошо в воду вошел, как кирпич. Ну, давай. Ну-ка, чему тебя учили? Ага, научили объезжать. Давай, посмотрим. Шо?
Нет, ты смотри какой. Стойкий оловянный солдатик. Хорошо, молодец. Умничка. Василий кто-то в стиле ночных клубов. Можно попить пиво, посидеть. Можно спортом позаниматься. Можно просто коктейль фруктовый попить. Классно, красиво, интересно. На любые возраста, любые размеры. Пожалуйста, люди отдыхают. Кто на что горазд, кто что хочет, кто на что учился. Любые лыжи, любой инвентарь. Все доступно, все в ассортименте. Ну вот стартанул следующий спортсмен. Что он нам покажет? Пока ничего. Уважаемый, а вы что? Слыха? Слыха? Попросили не заходить. Давай посмотрим, как начнет следующий спортсмен. Йо-ху! Молодец. Легко, непринужденно. Просто прелесть. Приятно посмотреть. У меня сейчас пленка кончится. Молодец. Мешок с картошкой. Нормально, такие калоши приделали к доске. Ну и хабаровар. На фальта хазак. Кибальта мака. Наверное, все отбило ему. Все при все. У нас есть возможность поговорить с человеком, кто нам расскажет об этом месте. Что здесь происходит, как здесь происходит, сколько это стоит и все остальное. Кен, my name. Hi. Эх, паримла. Авив. Виктор, наймот. Им тухли ли саперла, ну кама, велим, аля маком, маеш кан, лимаз мейюад. Де лейк ти מרכז ל-Wakeboard הסכימיים בישראל. אנחנו המתקן היחידי בארץ שבעצם יש לו את הקבלים. ספורט מאוד ייחודי, כי הסקיו בעצם עם קבלים ולא עם סירה, כמו שבדרך כלל רגילים לראות. זהו, לוקחים מגלש, יורדים למים. מאיזה גיל זה אפשר? מגיל 7. מגיל 7. עדיף לבוא עם הורים. סליחה? צריך לדעת לשחות. אוקיי, זה מינימום. הבנתי, מה המחירים סדר גודל? בעיקרון שעה עולה 95 שקלים, זה המחירי חורף. שעתיים, עכשיו יש לנו מבצע של שעתיים ב-140, בעונה זה יעלה 160. אפשר לבוא ליום שלם, 350 שקלים. יש מין כזאת תחרות בין הקבוצות או... יש... במאי הקרוב הולכת להיות תחרות, תחרות אירופה הולכת להיערך אצלנו. סדר גודל של בין 3,000 ל-5,000 איש הולכים לבוא לכל הפארק ולצפות בתחרות עם הופעות, זמרים. יפה מאוד. אז באיזה תאריכים זה? שני שלישי במאי. שני שלישי במאי. אנחנו מציעים גם למי שמגיע חבילה כזאת של בית מלון, יחד עם תשעה. זאת אומרת, אטרקציה לכל דבר. לגמרי. יפה מאוד. אני מודה לך מאוד. תודה. ושיהיו... אנשים יבואו, יהיו בריאים, שמחים, מרוצים מכל מה שאתם נותנים. את היופי מסביב, כל הכבוד. יאללה, תבואו מרוצים. תודה רבה. תודה רבה, יום טוב. ביי ביי. Заброшенное кладбище старых покрышек. На самом деле, это трек, на котором катаются то ли картинг, то ли еще что-то, но судя по всему, он уже давным-давно заброшен. Но изначально район был неплохой. Ну и в завершение этому туру сделаем вывод, что есть места, где приветливо могут дать интервью, рассказать о том, что здесь
как здесь, сколько стоит пригласить в гости. И в конечном итоге очень красивое место. Симпатично, удобно. Как мы заметили, также чисто. Птиц пение мы слышим на каждом шагу. Продолжаем путешествовать с Yo Go Go!